Друзья, всем привет! С вами мотосалон «Квадротехника». Сегодня поговорим вот о таких замечательных флагштоках, которые у нас есть в продаже. Есть простая версия флагштока. Это укороченная версия всем нам привычных длинных, которые в целом по нашей практике не сильно уживаются. Они быстро ломаются, быстро расшатываются все вот эти вот механизмы соединения. И, кстати говоря, маленький флагшток у нас идет без вот этого механизма разъединения. Большие идут с вот этим механизмом, который как бы, да, делает эксплуатацию более, ну скажем, такой универсальной. То есть можно снять и быстро поставить. А основные режимы вам сейчас продемонстрирую. Значит, у нас каждый флагшток комплектуется, точнее комплект из двух комплектуется пультом. Вот, соответственно, подключается достаточно просто к проводке квадроцикла либо багги. Кстати, их можно использовать не только на там, квадриках, но и на снегоходах в целом можно поставить. Можно поставить и на лодки, и на просто на багги, ну на все, что душе угодно, скажем так, дабы выделиться немножко, сделать покатушки более яркими, более красивыми. Вот. И в режимах этих флагштоков есть, значит, следующие моменты. То есть помимо регулировки самой яркости, регулировки света, скорости замены, скажем так, да, смены цветовых вот этих вот диодов, то есть можно еще и поставить режим музыки, когда вы на квадроцикле слушаете музыку, и от музыки, соответственно, флагштоки вот так вот интересно, так скажем, играют и переливаются. Дальше, ну, соответственно, разные цвета есть на них, регулируется яркость. И, в общем, по большому счету можете украсить, вот, скажем так, вашу технику вот такой красивой историей. Обычно флагштоки ставятся по двум сторонам, левой и правой багажника, преимущественно заднего, дабы сделать технику более красивой, яркой, покатушки сделать более запоминающимися и разнообразными. Также у нас есть вот такие, скажем так, премиум флагштоки, которые гораздо идут интереснее. Это бюджетная версия. В описании мы напишем, сколько это стоит. Это всегда у нас есть практически в наличии, можно купить. А вот такая вот прогрессивная версия, скажем так, она, конечно, будет сильно интереснее с точки зрения передачи цвета, количества самого этого цвета, да. И, в общем, здесь еще, кстати, помимо разных режимов, есть еще и режим стоп-сигнала. Так, насколько я помню, это, по-моему, белый. Да, то есть они к стопам подключаете вот в таком режиме. То есть идет, загорается и мигает. И плюс на поворотнике тоже их можно сделать. Соответственно, вот включился поворотник у нас левый, включился поворотник правый. Здесь режимов, естественно, сильно больше, они ярче. Здесь есть механизм съема этих флагштоков. Также под музыку, когда она играет, да, вот я даже говорю, по голосу она выдает при такой интонации, да, сменяются режимы, и вот так вот красиво это дело смотрится. Видосы, конечно, и всякие фотки, да и просто в компании, когда будете ездить с такими флагштоками, вы точно будете выделяться, это точно будет ярко, красиво, запоминающееся. Вот, и, в общем, сделает катание более веселым, скажем так. На багги, если вы будете их устанавливать, у нас есть такие специальные кронштейны, которые регулируются по вылету и по охвату трубы, точнее. Вот, можно их поставить на каркас. На квадрике же в простой версии они крепятся на багажник, либо на кофр. И вот плюс у этих флагштоков, что они можно их как бы разобрать, снять, да, и там убрать в кофр, например, если они не нужны. И в то же время быстро и, скажем так, с легкостью поставить назад. Вот, поэтому впереди у нас там праздники, Новый год, да и вообще сейчас темнеет достаточно рано, поэтому можно сделать покатушки, еще раз скажу, более яркими, красивыми и запоминающимися. Так что обращайтесь к нам, можно купить, самостоятельно установить у нас, также можно в сервисе в нашем поставить и, в общем, быть на позитиве. Так что будьте ярче, будьте красивее, а мы на связи. С вами «Квадротехника».